Тенис Евролиги опубликовал результаты опроса руководителей клубов турнира. Голосование проводится четвертый год. В нем принимают участие президенты или генеральные менеджеры всех 16 клубов Евролиги. Главное условие – за своих не голосовать. Тем приятнее доминирование российского клуба. Почти во всех номинациях есть ЦСКА. Почти половина клубов Евролиги считает ЦСКА самым неудобным соперником. Второе место у Олимпиакоса. Но разница в голосах говорит, что именно с ЦСКА встречаться мало кто хочет. А дальше уже не так уж и важно. Армейцы вместе с мадридским Реалом получили максимальный результат в прогнозе на выход в финал четырех. По мнению руководителей клубов Евролиги, фаворита в этом сезоне два. Турецкий Фенербахче уже не так котируется. В сравнении с прошлым годом ЦСКА потерял в зрелищности в глазах конкурентов. Утеряно лидерство в категории «Самая зрелищная команда турнира». На первом месте теперь Баскония, но команда Димитриса Итудиса все еще котируется. Мы всегда были среди фаворитов из-за показанных результатов. Но мы понимаем без какой-либо заносчивости, что с одной стороны мы имеем много качественных игроков, а с другой — большое количество хороших команд. Мы не одни в этой лиге играем. Это новый формат, много игр, а с единой лигой получается еще больше перелетов. Мы одна из таких команд наряду с Униксом. Повторюсь, без всякой заносчивости мы понимаем, что у нас много качественных игроков. Мы благодарим генеральных менеджеров за то, что они считают нас фаворитами. Это наша жизнь — играть под давлением. Кто с этим не справляется, здесь не работает. Мои игроки собрались именно потому, что могут работать под давлением. Удивительно, но Димитрис Итудис уступил Жилько Обрадовичу в номинации «Тренер года». Возможно, из-за того, что ЦСКА всегда в лидерах, а турецкий клуб впервые играл в финале Евролиги. Второй год подряд большинство клубных боссов называют баскетболиста ЦСКА главным фаворитом на приз MVP. В прошлом сезоне Нандо Деколо оправдал ожидания и получил этот приз. В этом розыгрыше все внимание уже к Милошу Теодосичу. Сербский гений стал первым еще в трех номинациях: лучший пасующий, лучший разыгрывающий и обладатель самого высокого баскетбольного IQ. Милош заслужил это. Гордость работать с таким великолепным игроком и человеком. Он вместе с нами выиграл титул Евролиги впервые в своей карьере. Показав великолепную игру, он привел сборную Сербии к серебру Олимпиады. В целом он матереет, его игра становится более взрослой. Своя доля признания досталась и Нандо Деколо. Французы назвали самым желанным баскетболистом Европы. Треть генеральных менеджеров Европы хотели бы предложить ему контракт. Второй в этом списке – Милош Теодосич. Чуть менее 20%. Кроме того, Деколо стал человеком, кому генеральные менеджеры доверили бы бросок на последних секундах. И, наконец, француз разделил с Китом Лэнгфордом из казанского «Уникса» звание лучшего атакующего защитника Евролиги. Первый снайпер турнира Кит Лэнгфорд признан еще и лучшим американцем.